Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. И распечатываем и смотрим, что у нас там. Это у нас очередные воздушные шары. Это Спанч Боб. Так, это заказ с сайта GearBest. Стоимость $1.5 за два шарика. Добирались сюда около месяца. Надувать я их сейчас не буду. Их тем более здесь насосом, насколько я понимаю, необходимо надувать. Ну, в принципе, заказ нормальный. Заказом доволен. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.